Говорят, глаза – зеркало души. Но что, если, взглянув в отражение, можно увидеть только пустоту или вовсе другого человека? Уже в фойе театра режиссер предлагает зрителям загадку, погружая их в мир нигилиста Базарова, где каждое теоретическое открытие необходимо проверить на практике. И дело, пожалуй, не в научных открытиях, а в философии в целом. Здесь каждому предложено найти свое место в жизни и подобрать ключик. А вот к чему или кому зритель сможет ответить сам. Конфликт отцов и детей – тема вечная. Разность взглядов поколений рассорила не одну семью. Юношеский максимализм и родительский контроль, что в веке в 19-м, что в 21-м, приводят к полемике на повышенных тонах. Это наш мужик рад сам себя обокрасть, чтобы только напиться дурманом в кабаке. Вот как, стало быть, вы наши избавители и герои. Как же вы действовать собираетесь? Ломать? И мне хотелось бы, чтобы Базаров был очень понятным, несмотря на свои достаточно кардинальные мысли. Потому что молодость, максимализм так называемый, он порой бывает, особенно для взрослых, крайне непонятный и неприятный. Брошенные в сердцах слова порой ничего не значат. За истинные чувства отвечают глаза. Именно эмоции актеров. Еще один артист на сцене. Зритель сам может для себя выбрать, кому он больше верит. Герою на сцене или на экране. Мы живем в таком мире, в котором очень сложно сегодня сказать, что правда, а что ложь. Правда является то, что мы видим нашими глазами, или, может быть, правда является то, что нам показывает камера, то, что нам показывает медиум. Камера дает еще возможность заглянуть очень глубоко в глаза того, чего зритель без камеры бы не увидел. Все же отцы и дети – это про любовь. Любовь к своей жизни, семье, друзьям, людям. Про желание найти своего человека, с которым можно разделить не только взгляды, но и чувства. Наталья Антонова, Евгений Бушуев. День в событиях.